Буква А. Ага. А куда ты идешь? Давай я тоже пойду. Буква Б. Безделье, это игрушка дьявола. Буква В. Вот это мужик, бля. Вот это мужчина, ёма. Буква Г. Говори. Буква Д. Делай, дитя. Да, прикинь. Чё, а я долго не думал. Сам, бах! Сразу в челюсть. Буква Е. И манка, блядь. Буква Ё. Ёб твою мать. Буква Ж. Жизнь – это игра. Играй красиво. Буква З. Зарина. Буква И. И её долбоёбские стори. Буква И. Ю! 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 Буква К. Камеру вырубай нахуй. Азики, наша птицефабрика очень хорошо работает. Наш бренд уже узнаваем. Все знают. На рынке всего лишь где-то год с лишним. Думаем масштабироваться. Масштабироваться надо срочно. Лайны очень жалко, что состоится все есть. Но надо масштабироваться не для страны, а для СНГ. Саша, минуточку, пожалуйста. Алло. Да? Я извиняюсь. Вот. Матя, я вас выслушал, я с вами солидарен. Масштабирование сегодня в условиях кризиса – это очень важно. Я извиняюсь. Алло. Да? Дан, я вот считаю, что вот когда наши дети, иншаллах, все женятся, да, угу. Что мы не должны вмешиваться. Вот их выбор, их конечно, проблема, да? Конечно. Вот решайте сами, живите сами, жизнь да. Тренируйте, да? Да. Главное, чтобы вот это аш-шаш не ходили короткие, все остальное. Ну, одежда, чтобы так красиво. Да, все остальное пусть тогда. Сами знают, как жить. Да, мы не вмешиваемся, да. Ну, и чтобы утром пораньше вставали, чтобы чай нам налить, да? Ну, да, да. Да, это да. А остальное любим. Пусть сами думают, да? И чтобы рост всех был 1.85 м желательно. Да. Ну, пускай утром по очереди встают в 6 утра, и вечером тамак обязательно, да, им волосы. Ну, и чтобы и зарабатывали нормально. Да, образование, чтобы было. Да. А так вообще мне без разницы. А так пусть сами живут. Да. Чтобы за нашими детьми смотрели прямо вот так же. Покупали, mm-hmm. чтобы не ходили, а у вас всех, балдар. Чтобы они сли. Вот, да, а да, так да, пусть да. сами живут. Ну, я думаю, что и салем нужно как бы давать, это же не сложно. А обязательно салем, да. Чтобы каждую спину гнули прямо. Да, да, да. Гнули. Ну, а так пускай сами думают, mm-hmm. да. Mm-hmm. Гостей встречать умели. Да. Ну, в принципе, все у нас. О, ну тут все понятно. Да у тебя же антифриз потек. Ты когда его последний раз менял? Вот это баба, бля. Вот это я понимаю, вот это вот. Жан, давай мне права сделаем, чтобы когда ты бухал, я могла за руль сесть и тебя забирать. Вот это баба, бля. Вот это я понимаю. Вот это баба. Милая, прости, пожалуйста, я тебе даже на день рождения подарок не смог купить. Да ладно, милая, мой подарок самый лучший, это ты. Ну, вино, мартини, может, шампанское? Да не, Жан, давай пиво, попьем пиво. Дешевле живые. Вот это баба. Вот сейчас распространен этот феминизм, да? Я вот не понимаю, зачем идти против природы? Есть мужик, есть баба. Живите. Вот это баба. Вот это я понимаю. Вот а какая тебе баба? Вот это женщина. Вот это я понимаю. Женщина. Видишь, Арнишка, жизнь она скоротечна. Мы не знаем, что будет завтра. И лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал. Поэтому я просто сам по себе знаю, много разного видел. Поэтому живи по совести. А так, мой сын, хай жилга боласын? 2003-го. Январьский. Эй, Мико! Не готовим жюрсы дышать. Иди сюда. За сушником сходил быстро, Не без разницы ты там, старше меня. Старшак там. Любого тебе не вынесу, я. Пошел отсюда, ну-ка, быстро. Ненавижу, когда делится по годам.
Знаете, что я думаю? Вообще не важно, какого ты года. Главное, оно вот здесь, вот здесь. Правильно, Арнишка. Умер курген за злой. Ой, бой! Пацаны, спасибо, от души приятного чего. Спасибо большое. Ой, бой! Ты чуть-чуть неправильно отыгрываешь, надо выговорить так. Ой, бой! Махаться будешь до крови, до смерти, пока смерть не разлучит нас. Ясно? Вот так надо отыгрывать. Все, спасибо, от души, пацаны. Давайте. Я не понял, это он тебе только что? Братишка! Ой, бой! Ты же вот расстался со своей девушкой, да? Да. Вот все же уже окончательно расстался же, да? Ну да. Все уже не любишь же, правильно? Ну да, что? Ну просто, брат, я вот, Рус, помнишь, рассказывал? Да, да, кстати. Давно хотел сказать, просто, ну, она мне нравится. И вот чисто то, что мы друзья, хочу от души просто разрешение у тебя спросить, можно я с ней начну общаться? Hello. Ну да, пойди. Да, вот настоящий друг. Ай, красавчик, брат, я так волновался, честно, от души. Все, тогда я с ней начинаю общаться. Да, конечно, смело. Ты же расстался же, да? Все же, брат? Все, расстался. Алло, Айгера. Чисто по-человечески, вот последнее мое пожелание, это не то, что там я ревную его, но просто можешь не общаться вот с Тимой, с моими друзьями? Ну чё, как дела? Да ничего, чё-то прикинь, это Агира отшивает. А я чё говорю, она же вот такая, поэтому и расстались. Ну всё, я походу не буду общаться чё-то. Ну и правильно. Она хорошо бояла, да. Бесит такие. Вообще раздражает. Вот сейчас подает, подходит, что-то спросит, я, кстати, сразу же, блин, на панике даю. Здорово, парни! Ассаламу алейкум. Есть курить, а? Ага, мы же не курим. А, спорт, Русья, турник. Я смотрю, что ты хиленький какой-то, а? Нормальный, что? Нормально, ладно, хорошо, ребят, не болейте, я поехал. Еще бы одно словечко сказал бы, разнес бы здесь. А, кстати, хиленький, как этот на Альфа-Раби поехать, а? Альфа-Раби? Да. Ну, Альфа-Раби, вот примерно вот туда, вот сейчас пойдете за мостом. Ладно, все, не болей, И чё ты его не ушатал? Эх, как просто заё.